что возможность того, что Алексей Кудрин займет место премьер-министра, очень мала. Дело в том, что Алексей Кудрин умный человек, но идеология, которую он проповедует и продвигает, она вредна, она ужасна, она опасна. Это идеология рыночного фундаментализма и к тому же некая двойная зависимость от Кремля и от Вашингтона, сказал бы я, нет, не Вашингтон, не США, а от Нью-Йорка, от и Лондона, центра мировой элиты. И эта двойная лояльность Кудрина не только Путину, но и Нью-Йорку, Лондона, она не позволит назначить его премьер-министром российского правительства. Плюс совершенно очевидно, советы Кудрина, многие, которые он давал, в частности, создать резервный фонд, были неправильные и привели к катастрофическим последствиям. Помним монетизацию льгот. Это же кудринская задумка. Последствия ужасные. Именно Кудрин много лет не давал деньги на строительство дорог, на образование, здравоохранение. И сейчас это кричащие раны, которые вызывают гнев десятков миллионов людей. Поэтому назначить Кудрина для Путина было бы политическим самоубийством.